Первый Крымский фестиваль Московской государственной консерватории прошел в 2011 году. Тогда восторженная публика приняла гостей бурными овациями, говорит директор музыкальной школы Татьяна Ким. Отмечает, приезд московских артистов всегда большое событие для нашего города. Это огромнейшее событие для города, это огромнейшее событие для нас принимать профессоров и одаренную яркую творческую молодежь, исполнительскую молодежь Московской консерватории, ребята-аспиранты. Сами музыканты говорят, Севастополь привлекает их достойными концертными залами. Правда, немного расстраивают инструменты. Нам очень нравится и город, и публика, и здесь замечательные залы. И этот зал школы, и зал Севастопольского центра культуры и искусств. Залы обладают прекрасной акустикой. К сожалению, они, может быть, не обладают такими хорошими инструментами, как хотелось бы, но надеемся, что этот вопрос со временем решится. Артисты Московской консерватории уже посетили Ялту и Феодосию. Следующим пунктом назначения после нашего города станет Форос. В рамках фестиваля в Севастополе пройдут 3 концерта. Закрытие состоится 23 сентября. Рената Малышева, Екатерина Долгополова. Программа «Наше время».